Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому, и ни в ком другом нет спасения, братья и сестры, дамы и господа, ибо нет другого имени под небом данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу! Приветствую всех, и в сегодняшнем вечернем этом таком эфире, вечерней молитве, читаю из первого послания в Коринф апостола Павла, 12 глава, 27-28 стихи. «Вы – тело Христово, и вы – тело Христово, а порознь члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудотворения, чудотворные, а также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки». Удивительно, вот, тело Христа, Христово, таинство тела Христа. В Библии говорится, что Бог действительно вот третий храм созидает этот, который является телом Христа. Уже два тысячелетия, да, без малого два тысячелетия созидается тело Иисуса Христа. Церковь Бога Живаго, который есть столб и утверждение истины. И это великое таинство. Да, мы знаем, был первый храм, древний храм, потом, ну, Соломонов еще, потом по грехам нашим он был разрушен, затем, значит, было покаяние, возвращение, да, значит, тшува и восстановление храма. Этот храм восстановленный мы уже называем вторым храмом, второй храм, эпоха второго храма. Она чем знаменательна, особенно, что, значит, лет за 200 до пришествия Машиаха, до Рождества Христа, именно этот храм подвергся и осквернению великому, и затем было восстание иудейское, да, значит, покаяние было. Вот, Бог совершил чудо там, в Иерусалиме, в Израиле, и мы до сих пор это празднуем как праздник обновления, как написано об этом в Новом Завете, Ханука, праздник обновления. Вот, и этот храм, второй храм, как мы говорим, да, самое знаменательное, самое великое, что произошло в истории второго храма, это то, что сам Машиах посетил этот храм, сам Христос пришел в этот храм. И, конечно, все описано в Новом Завете, и это трагично, конечно, то, что пришел к своим, свои не приняли, но тем, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими, которые родились не просто от своих еврейских мам и пап, но родились от Бога новым духовным рождением. Да и сейчас, спустя два тысячелетия, тем, кто принимает его, жертву его святую, любовь Божью, любовь Христа, то он дает быть действительно чадами его, чадами Божьими. Слава Богу! Спасибо тебе, Господь! Спасибо! И вот с момента распятия Христа, с момента того, как кровь Машиаха пролилась на землю нашу, пришло искупление ко всему человеческому роду. Он действительно есть свет, просвещающий все народы, и он есть слава народа своего Израиля. И это великое чудо Машиаха. Христос сейчас здесь, Машиах сейчас, Христос сейчас здесь, он с нами во все дни, до скончания века. И созидается третий храм его на протяжении уже почти 2000 лет. 1989 лет продолжается это домостроительство, храмостроительство. Почти два тысячелетия. Но этот храм, третий уже храм, созидается на основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! И он называется телом Христа, телом Мессии, телом Машиаха. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Слава тебе, Господь! Таинство церкви, дамы и господа, братья и сестры, вот чем восхищен я. И сегодняшним вечером хочу возблагодарить Бога Всемогущего за то. Возблагодарить Бога за таинство церкви. Это действительно великое таинство. Это не тайна в том смысле, что это как бы закрытая информация. Не-не-не-не. Это явно и рассказано, записано все это, пожалуйста. Распространяется миллионами-миллионами тиражей Библия по всей земле. Нет, это не тайна уже. Но это таинство, таинственность. Как это? Тело Машиаха, тело Мессии, тело Христа. И еще раз. Вы тело Христово, а порознь члены.
и иных Бог поставил в церкви, то есть Бог ставит в церкви апостолов, да, пророков, учителей, написано, чудотворцев, да, да, значит, хотя у всех, у каждого человека в отдельности верующего больше или меньше это проявляется, и апостольство, да, вот даже католическая церковь вот, заявляла на Втором Ватиканском соборе, революционном таком реформаторском соборе, об апостольстве мирян. Я с этим совершенно согласен, потому что это не только удел епископов или кого-то еще, нет. Каждый верный, каждый святой человек Божий, каждое дитё Божье, сын и дочь Божья является и апостолами в этом мире, и пророками, и чудотворцами, и учителями, всем-всем-всем. Но есть отдельные призвания, апостольские призвания к апостольскому труду, допустим. На протяжении 2000 лет тысячи и тысячи людей принимали от Бога это поручение, апостольское послание, апостольское служение, равноапостольное, мы говорим, да, служение. Пророки, пророческое служение – это удел не только первых верующих. И в нашем поколении также Бог пророков ставит, помазывает, хотя все пророчествуют, и Бог хочет, чтобы все пророчествовали. Но есть отдельное, отдельное служение пророков, призвание пророком быть. Третье, учителя. Да, все учительствуют, на самом деле. У нас один учитель, сам Господь. И, конечно, да, немногие дело с учителями, подвергнемся большему осуждению, если сами себя делаем учителями. Но если Бог призывает быть учителем, то действительно надо учительствовать. Далее, силы чудодейственные, чудеса, они в различных сферах, они сопровождают жизнь верующего человека, погружающегося в океан Божьей любви, пропитывающийся Богом человек, он просто обречен, в хорошем смысле слова, быть чудотворцем. Потому что они чудеса и знамения сопровождают проповедь Евангелия, сопровождают нашу жизнь христианскую. Но есть отдельное призвание чудотворцам, быть чудотворцем в церкви, да, на самом деле. Различные чудеса совершаются людьми, помазанными к этому служению. Потом, да, значит, какие также дары исцеления. Все исцеляют. Я в этом глубоко убежден. Каждый нормальный, адекватный христианин, если он не понарошку верующий, а по-правдушному, он, да, исцеляет, потому что Господь в нас, а Христос не может не исцелять. Его, как говорится, хлебом не корми, дай кого-то исцелить. Он хочет исцелять. Вот, и это мы читаем в Новом Завете, а теперь Христос живет в нас, поэтому Он хочет исцелять. И Он исцеляет через каждого из нас. Замечаем мы то, не замечаем, там, и прочее. Вот такое дело. Но есть отдельные люди, в которых это ярко выражено, кого Бог призвал непосредственно к этому служению исцеления. Потом вспоможение. Вспоможение, да. Здесь люди, есть действительно таланты от Бога у людей, некоторых, да, зарабатывать много денег, зарабатывать хорошие деньги и ими, этими деньгами служить как раз, служить проектам Евангелия, служить... Ну, как вот Демос Шакирян писал, вот у него хорошая книга «Наисчастливейшие люди на земле», да, значит, он председателем был тогда бизнесменов, клуб такой, как бы, или союз бизнесменов полного Евангелия. Они там проекты Билли Грэма, Ренхарда Бонки финансировали, значит, там и других евангелистов известных, служителей. Без этого никак вообще, без вспоможения тоже. Потом управление. Кого-то Бог ставит управителем. Менеджер хороший в церкви нужен, да, и Бог, безусловно, это знает больше нас. И он ставит порой людей вот именно хорошими управленцами, да. Потом разные языки. С одной стороны, все говорят на языках, все адекватные, нормальные, верующие, да, которые принимают Духа Святого, то знамением этого крещения Духом Святым всегда является вот именно говорение на иных языках, молитва на иных языках. Вот, значит, и есть разные проявления Духа Святого, но это самый первый, самый потрясающий, конечно, дар. И что интересно, конечно, это да, все, но с другой стороны, есть отдельное даже призвание именно непрестанно молиться на языках, как Павел говорил, да, что он благодарил Бога, что больше всех говорил на языках. Вот, значит, и есть молитва на языках, это мощное, то есть есть отдельное призвание даже в церкви. Аллилуйя. Вот, и апостол Павел в других посланиях тоже как раз касается этих же тем, Ефесянам, допустим, в других посланиях касается этих же тем, созидание тела Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь, спасибо.
Спасибо, драгоценные, спасибо. Поэтому сегодня этим вечером хочу благословить церковь в целом, благословить тело Иисуса Христа. Благоставляю священнической молитвой, благоставляю, но вначале само причастие, одно из важнейших таинств, тайн церкви, хлебопреломление, причастие тела и крови Иисуса Христа. Это удивительное таинство, удивительная тайна, которую Бог нам даровал. Как? Да, мы причащаемся тело и крови. Причастники тела и крови Господа Иисуса. Как происходит? Человеческому и ангельскому уму непостижимая тайна. Хлеб, да, плод виноградной лозы, да, но глубже посмотреть, тело и кровь Иисуса Христа. Как? Удивительно, конечно. Я понимаю, конечно, что на небесах мы уже полностью уже эту тайну узнаем, как это происходит. Но сейчас я просто смиряюсь пред Богом и говорю, да, я умом это не понимаю своим, но я принимаю это верой, я принимаю это просто любящим сердцем. Принимаю просто это любящим сердцем, осознавая, что действительно ты любишь меня, ты отдал за меня, самого себя отдал, свое тело за меня. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Таинство церкви во многом объясняется таинством Евхаристии, таинством причастия, хлебопреломления, тела и кровь Иисуса Христа. Мы кушаем этот хлеб, да, пьем плод виноградной лозы, и я знаю, что это причастие, оно служит нам, кроме всего прочего, еще также и откровением, что мы и есть тело Иисуса Христа, что тело вот оно. Хочешь пощупать Иисуса Христа? Вот, да, это я, вот, это я. Ты – это я – это ты, Господь, спасибо. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя, Бог всемогущий, благодарю тебя, Господь, за таинство тела твоего и крови твоей. Благодарю тебя, что церковь твоя, столб и утверждение истины, жива, потому что ты живой Бог. От Авину хай, ам Израиль хай. Наш Отец живой, Авину, Отец, от Авину хай, наш Отец живой, ам Израиль хай, народ наш жив, народ Израиля жив. И сегодня мы можем эту песню, старую еврейскую песню, также исполнить, сказав, что да, ты Бог живой, ты живой Бог, ты жив наш Отец, и потому церковь жива, потому народ твой жив. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Спасибо, спасибо. Благодарю тебя, Господь, за все. Благодарю тебя за великую тайну тела и крови Иисуса. Братья и сестры, если есть у вас виноградный сок и хлеб, то приготовьте тоже и принимайте сейчас причастие, рассуждая о теле и крови Иисуса Христа. Если нет сока, просто даже налейте воды. Я просто, бывает, причащаюсь, просто наливая воды и хлеба беру. Вот самое главное причастие – это рассуждение тела и крови Иисуса Христа. Рассуждение – это тайны тела и крови Господа Иисуса Христа. Что я есть сейчас Христос, Он во мне. Почему мы называемся христианами, да? Это величайший во вселенной всей титул, звание, призвание. Самое величайшее – быть Христом, да, быть помазанником, Христовым быть, христианином, то бишь, христианин – это Христос, это Христов, это помазанный Богом человек, быть помазанником Его – это величайшее во всей вселенной призвание, выше не может быть звания, никакого абсолютно. Спасибо тебе, Господь, за самое высшее звание, за самое высшее призвание – быть и называться Твоими детьми, Господь. Помазанниками Твоими быть, Господь, христианами, слава Тебе, Господь. Как в той песне поется, помните? Он нас сделал родными, Бог нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Бог нас сделал родными, Бог нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане.
Слава Тебе, Господь! Слава Тебе за высшее звание во Христе Иисусе! Спасибо Тебе, Господь! Спасибо! Благодарю Тебя, Господь, за таинство тела и крови Твоей! Боже, слава Тебе! Я знаю, что величайшим откровением о теле и крови является действительно, Боже, в этих словах открытая тайна. Христос в нас – упование славы. Христос в вас – упование славы. Христос во мне – упование славы. Самое великое. И золотой стих экклезиологии, как я вот называю его, экклезиология, да, это учение церкви. Экклезия, да, экклезиология. Экклезиология, значит, учение церкви. 1 Коринфянам, значит, то же самое 1 Коринфянам, что читал сейчас выше, но раньше чуть, первым, значит, ой, извиняюсь, третьей главой, в третьей главе 3.16, да, 1 Коринфянам 3.16 написано: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Разве не знаете? Да, я знаю. Спасибо, Господь, я знаю, что я храм Божий, и Дух Твой Божий живет во мне. Мы знаем, что мы храм Божий, и Дух Божий живет в нас. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя за все. Благодарю Тебя за милость и благодать Твою. Слава Тебе. Спасибо, Господь, спасибо. За Голгофу, за кровь я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, мой Бог, благодарю Тебя, Иисус. Благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю. Я Тебя, Господь, люблю. Я Тебя, мой Бог, люблю и за все благодарю. Иисус, брат мой и друг мой, Спаситель и Господь мой, Целитель и Освободитель мой, ни в ком другом нет спасения, славлю Тебя, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым возможно было нам спастись. Только Ты, только Ты, только Ты, Господь. Ты самый красивый, самый умный, самый добрый, самый-самый-самый во всей вселенной. И всякое колено небесных, земных и преисподних преклоняется пред Тобою. Отец дал Тебе это имя. Спасибо, Господь, Ты живешь во мне. Спасибо, Господь Иисус Христос, Ты среди нас. Ты с нами во все дни до скончания века. Слава Тебе. Благодарю Тебя, Господь, за этот вечер, эту молитву, за такое евхаристическое завершение уже второго дня трудового библейской недели. Благодарю Тебя за вечер этого понедельника, когда мы уже начинаем вспоминать события третьего дня творения, как написано в Писании Твоем, в Библии Святой: «И был вечер, и было утро, день третий уже». Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя, что завершаю понедельник, начинаю уже вторник, начинаю третий день Твоей недели уже
с телом и кровью, рассуждая о теле и крови Христа, потому что знаю, что все сотворено Тобою, и Тобой мы живем, и движемся, и существуем. Благодарю Тебя, Господь, что сегодня великая тайна совершается, тело Христа, тело и крови Твоих. Ты – это я – это Ты. Спасибо. И ничего больше не надо нам. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. После вечери, ну я сейчас перед ужином это делаю, но вообще после ужина Иисус взял учеников, удивил, Он взял хлеб, преломил хлеб, дал ученикам своим, сказал: «Ешьте, это мое тело, которое ломится за вас во оставление грехов». Он взял хлеб и преломил, и сказал, что это есть тело Его. Удивительная тайна. Ешьте, это мое тело. Ешьте, потому что вы теперь тело мое. Вы теперь мое тело. Спасибо, Господь. Мы твое тело, мы твое дело. Мы жизнь твоя, ты жизнь наша. Слава тебе. И после вечера ты взял чашу и сказал ученикам: пейте из нее все. Это есть чаша, новый завет в моей крови, которая проливается в оставление грехов ваших. Спасибо. Великая тайна тела и крови Иисуса. Спасибо, 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 спасибо. Да, плод из земли, хлеб, плод из земли, плод виноградной лозы, но наипаче благодарю сегодняшним вечером за хлеб, сошедший с небес, за Иисуса Христа праведника и за великую лозу небесную. Благодарю великого виноградаря нашего, Бога, Творца неба и земли. Аллилуйя. Иван Кузнецов пишет: да благословен наш Господь, Бог Святой. Роза тоже подключилась: да благословение вам, братья и сестры. Аминь. Сейчас совершаем хлебопреломление, братья, рассуждая о теле и крови Христа. Завтра утром присоединяйтесь в 6 утра к молитве. Вот. А сейчас благословляю вас. Вот, кто будет ужинать, приятного аппетита. Но самое главное — рассуждать о теле и крови Христа. Принимайте причастие. Вот. И рассуждайте об этом великом тайне. Вот. И благословляю всех вас, братья и сестры. Благословляю во имя Господне. Благословляю свою семью сегодня, благословляю жену свою, Инну Сергеевну, благословляю детишек наших, внуков наших, благословляю во имя Господне. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, аминь. Аллилуйя. Марина пишет: да, всем привет из Белгорода, из строителя. Аллилуйя. О, очень рад. Я, кстати, недавно снова пересмотрел в записи домашки нашей в строителе. Замечательно было общение. Вот, надеюсь, уже как раз зимой, ну, осенью у вас снова побывать, вот, послужить семинаром в Белгороде, ну, конечно же, и в строителе тоже. Мне понравился у вас, классные вы, вот, слава Богу. Сама атмосфера понравилась такая вот, именно вот, ну, правильная такая христианская атмосфера, знаете, такая добрая такая вот, ну, хорошее впечатление. Знаете, вот бывает, что вот что-то, допустим, поешь, да, и вот какой-то послевкусие такое бывает, бывает нехорошее. Вроде поел, вроде все хорошо, но как-то что-то нехорошо. А бывает, поел, а вот хорошее послевкусие. И вот после хороших общений некоторых бывает хорошее послевкусие, вот это вот духовное, удивительно. Вот, и как раз присоединяюсь к молитвам пастора, да, значит, я верю, что и в строителе будет служение, вот Господь поднимет, да, делателей своих, слава Богу, поэтому благословляю строитель, благословляю служение в строителе. Вот, ну и в самом Белгороде, конечно, слава Богу. Я первый раз побывал у вас в городе, вот, все время проездом проезжал, благословлял Белгород. Вот, значит, каждый раз с поезда там благословлял. Вот, значит, пару раз там автотранспортом проезжал мимо, там по Блаблакар там
в Харьков ехал, допустим, значит, там, или в Киев, значит, там тоже через как раз Белгород мимо проезжали, там благословлял белые горы ваши. Вот, но вот Господь удостоил быть у вас в этом году послужить. И даст Бог еще осенью послужу. Помолитесь в молитве о согласии за исцеление, о здравии Антонины, панкреатит. Да. Во славу Божию, пусть будет исцелена. Аминь, брат Иван, присоединяемся к молитвам, да, аминь, кто сейчас онлайн, присоединяемся, я присоединяюсь лично, Иван, к вашим молитвам этим, присоединяюсь за Антонину, молитве за Антонину, за ее исцеление во имя Господа Иисуса Христа. Во славу, написано, Божью, замечательно, во славу Божью, дары исцеления. Господь, благодарю Тебя за исцеление Антонины. Прикоснись к ней, Господь Божий, исцели, Боже, во славу великого имени Твоего, Господь. Как вот и брат Иван написал, во славу Твою, Господь, во славу Божью. Слава Тебе, Господь. Пусть Антонина будет жива, здорова, целостна и прославляет Тебя, Господь. И весь этот дом, вся семья, да, восславит Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю всех вас, братья и сестры. Вот, и утром тогда увидимся. Подключайтесь в 6 утра. С Богом. Мир всем вам. И благодать да умножится в познании Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.